на стадионе «Городея» на матче чемпионата Республики Беларусь. Головные тренеры вызначили наступные стартовые склады. Номер 99 Павел Трофимчук. Виконуючи обов'язки головного тренера. 21 Юрий Валовий. Номер 25. Суханов. Болар. Ну вот здесь здорово. Удар поворотом от Глебко. Игорь Довгяла. Он своим сейвом привозит. Посмотрим, что придумает Глебко. Подача Суханова на ближнюю штангу. Она пошла. И мяч залетает в ворота. Вот так вот получается. Рикошет, как я понимаю, это автогол. 12-я минута матча. И Гомель выходит в большей степени на позиции центрального полузащитника. Сегодня действует Глебко, а Невалда как раз таки. И здесь момент у Городея. Артем Архимов на дальней. Переводит игру на правый фланг. Там Глебко. Здорово Глебко разбирается с Люксимовичем. Подача в штрафную на Болова. Вторая попытка будет у серба. Удар поворотом, но Глебко. Вновь Маляка. Бьет поворотом, но мяч пролетает над Малякой и Артем Архипов. Не было положения вне игры, врывается в штрафную нападающий Городей. Классная пошла передача на Глебко. Подача вот на ближнюю штангу. Игорь Довгяла. И ноль больше становится. Если честно, я не знаю, Сергей Глебко сегодня. И здесь Жарский проматывается мимо мяча. Болов. Врывается в штрафную Болов. Передача на Квашука. И 3-0. 3 счет становится. Виталий Квашук. 41-я минута матча. Ошибка Эдгара Сажарскиса приводит. Классно здесь Глебко. Врывается в штрафную. Есть пространство 17-го номера Гомеля. Убирает он Башилова. Удар. Но немного. Передача на Болова. Квашук. Классная передача от Болова. Может бить Квашук, но... Подача. Центр. И 1-3 счет становится. Андрей Сорокин. Потрясающе, конечно, нашел Лебедев Сорокин на штрафной. По сегодняшней встрече это еще не предел. Болов. Момент возникает у Гомеля в штангу. Удар поворотом. Пенальти показывает Евгений Наумов. Разбег Архипова. Удар поворотом. И Андрей еще становится. Игру. Показывает Архипов. Ленков. Здесь нужно аккуратнее играть Архипа. Показывает. И выйдет 1-1 или нет. Виталий Квашук. 3-2 убегают футболисты Гомеля. Квашук, Невалда. Удар поворотом блокируется и выше. Дальше граница штрафной гомельчан. Лебедев. Каплинов забирает этот мяч. Да, звучит финальный свисток.